Так, 23-й год, 21 сентября. Короткая тестовая запись Луны. Единственное отличие от предыдущих съемок, это то, что сейчас я поставил на автофокус. То есть ISO 125, выдержка 1 к 30. Автофокус стоит автоматически. Извините за тавтологию, масло масляное, да? Автоматический автофокус. В общем, автофокус, не ручная настройка. Посмотрим, как это отразится. Давай сейчас возьму в полный кадр Луну. Приближаю. Ну, конечно, преимущество есть. Не надо тебе кольцо дергать лишний раз, фотоаппарат дергать. Давай сейчас оставлю, пускай оно само понаводится. Ох, не знаю. У меня, конечно, желание покрутить кольцо объектива весьма сильная, но может нет полной четкости, потому что дымка уже над. Пускай по чуть-чуть влезет. Закат солнца был. Пятнадцать минут назад. То есть еще довольно светло. Это село недалеко от Запорожской области, возле города Орехов. Правда, для этой конкретной съемки это мало что меняет. Ну, ладушки, не будем эфир затягивать. Съемку 21 сентября 2023 год.